Вот они, призы, медали, кубки, которые получат участники и победители 17-го межрегионального турнира по боксу. Кто кажется лучшим и заберет с собой главный кубок соревнований, узнаем уже совсем скоро. Две страны – Россия и Белоруссия, 15 городов-участников и 104 лучших спортсмена собрал турнир, посвященный памяти заслуженного энергетика России Сергея Крылова. Профессиональным мнением о проведении турнира поделился Анатолий Батрасов, тренер и председатель Федерации бокса Смоленской области. 17-й по счету турнир, очень хорошо организован, очень объективное судейство на этих соревнованиях, я заметил. И приехали команды с хорошими боксерами. Самым маленьким участником турнира всего 8 лет. Несмотря на такой юный возраст, спортсмены демонстрировали техничные бои, оценка которых проводится по нескольким критериям. Удары должны быть точными и результативными. Несомненное преимущество получает боксер, который задает рисунок боя и становится хозяином на ринге. Кроме нанесения удара, спортсмен должен владеть элементами защиты. Нырки, уклоны, челночные движения корпусом, а также эффективное применение захватов. По итогу 3 раундов объявляется судейское решение. Максимальный накал эмоций, радость победы и слезы разочарования. Финальный день для участников и болельщиков выдался довольно напряженным. Ближе к окончанию на ринг вышли более взрослые и опытные спортсмены. Все зрители турнира с нетерпением ждали заключительных боев, по итогам которых победу одержали спортсмены из спортивного клуба «Ринг» города Десногорска. Один из них – Рафаэль Джавадов. Он занимается боксом 7 лет. Не жалеть себя, выкладываться на тренировках, слушать тренера и быть спокойным на ринге. Главное правило Рафаэля. У меня была цель всегда – всех сильнее быть. И когда на бокс записался, вот у меня соревнования шли, я всегда хотел выигрывать и идти дальше. Вот так. И у меня всегда так будет. Самую почетную награду турнира завоевал Илья Песегов. В тяжелом финальном бою он сумел одержать победу над соперником и получил звание сильнейшего боксера 17-го межрегионального турнира по боксу. Конечно, радость. Ни разу не получал такую награду. Впервые за 5 лет получил. Я обрадовался. Все участники соревнований показали отличный уровень подготовки. Лучшими оказались юноши из Смоленской области. Также много наград забрали представители Брянской, Калужской областей и Республики Беларусь. По итогу турнира 11 спортсменов из Десногорска завоевали призовые места. И это, безусловно, вызывает гордость. Ксения Вьюшкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.